Меня зовут Шамшиярова Юлия Георгиевна. Живу я сейчас на данный момент в Москве. Выросла в городе Екатеринбург. Моя национальность – удмуртка. Я знаю точно, что я чистая удмуртка. Я спрашивала как раз-таки у своих родителей, кто у нас по корням дали. И вот три и более, то есть корней назад, то есть все это были чистые удмурты. Мои родители из одной удмуртской деревни. То есть они просто жили даже рядом. Они вместе просто переехали в Екатеринбург. Для меня просто было два мира. Был мир современный в Екатеринбурге, где я жила с другими детьми, там ходила в школу. И был удмуртский мир, где я приезжала к бабушке в деревню и чувствовала полную свободу. Полностью традиции, язык, как люди общаются, как разговаривают друг с другом, как они взаимодействуют. Это было немного другое. То есть для меня не было такого, что я приехала в Екатеринбург и поняла, что я удмуртка. Для меня это всегда было, и никуда это не отходило. У меня все знали, что я удмуртка. Я всегда говорила, я удмуртка.